По словам полицейских, не так давно молодой человек попал в аварию, находясь в состоянии наркотического опьянения. Видимо, это не стало для него уроком. Даже теперь, несмотря на явные улики, подозреваемый продолжал все отрицать. Молодой человек не признал свою вину в распространении наркотиков и утверждает, что таблетки приобрел для собственного потребления. По его же собственным словам, он является зависимым от наркотических средств на протяжении уже 2 лет. Сверток с полимерного пакета. С прозрачным полимерным пакетом. В том же электрощитке, кроме таблеток, амфетамина, полицейские нашли и деньги в сумме 400 тысяч рублей. Впрочем, сам задержанный утверждал, что деньги копит на свадьбу. В квартире молодой человек хранил огнестрельное оружие, на которое имел лицензию. Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за приготовление к сбыту наркотиков в особо крупном размере.